down wishing I was still around. Любовь, девочка. Girl, you got it, you got it, you got it. I'm a phantom in a phantom. Ghost rider, kill him with a ballast. Kilo with a cocoa boy named a Holly Ballast. Йоу, ребят, во-первых, pulls up, homies. What the fuck was that? Во-вторых, ребятки, меня не было на канале 3 дня. Такое ощущение внутреннее, как будто меня не было 500 лет. How you doing, boys? Как дела? У вас есть снеки? Вы готовы? Сегодня мы смотрим Landing Cube 17 с Лил Скайзом. Я не видел, знаю только, что там они какие-то принцы, да? Драконы какие-то, что-то такое. Превьюшки видео у Landing Cube. После видосика я хочу с вами немножко поговорить, немножко тет-а-тет, you feel me? You. Хочу вам сказать, какие у меня планы, что и как. Кстати, да, вы сейчас смотрите во вторник это видео, скорее всего. А в четверг, скорее всего, я надеюсь, если я успею. В общем, ресток футболочек, my boys. Пау! Многие не забрали свои кусочки, будет ресток белых футболочек долгожданный. Поэтому, ребят, кто не забрал свой кусочек, забирайте, you feel me? Поговорим после видео, давайте смотреть, мне очень интересно, потому что песню я эту люблю, и кто не слышал EP Landing Cube, тот послушает. Или это альбом? Вроде EP, да? Окей, давайте смотреть. Как у вас дела? Я уже Николас Яндора. Мне нравится вот этот шрифт, ребят. Николас Яндора. Хороший человек, тоже поднялся. Молодец. Друг Лил Скайза, Ковбойс, да, все такое. Flying away. Baby girl. Мне нравится, как стартануло. Чё с качеством, блин? Господи. Я не знаю, почему Landing Cube до сих пор не взрывает, потому что Landing Cube должен взрывать, ребят. Мне нравится его голос, он такой прямо... У меня очень мало прилагательных, да, которыми я могу пользоваться, ребят, в моем ассортименте. Вот, но Landing Cube, боже мой, я не знаю, эта песня, вот, за сколько тут дней, 450 просмотров, я надеялся, что будет миллион минимум, типа, камон, ребят, шикарная песня, припев, ой, точнее, фит Лил Скайза здесь супер клевый. Окей, давайте дальше смотреть, прям вот такой загадочный, вот это тоже круто. What the fuck? Я сниму видосик и тебе наберу. Давай. Landing Cube набросили немножко apps, да, немножко накачали его. Окей. Слушайте голос. Да, им он король. Окей. Собачка. Столько смены кадров, вы видели, сколько было сцен? Николас Яндора молодец. Давайте немножко посмотрим, я вам хочу рассказать, о чем вообще речь. С утра он отойдет от твоих волос, ну, короче, от девочки уйдет, и ты знаешь, что мне насрать, я играю нечестно. I know you're feeling down, wishing I was still around. А он знает, что ты себя теперь чувствуешь подавленно, потому что он убежал, и он при этом надеется, что он хотел бы быть рядом с тобой. I ain't seen you in years, girl, we ain't 17. Я не видел тебя очень много лет, девочкам нам больше не 17 лет. Our love is fading in my memory. Вся наша любовь, она faded, типа... Ну, короче, угасает в моей памяти. And I've been on to big and better things. Но при этом я был в погоне за более большими и лучшими дела, чем наша с тобой любовь, девочка. Girl, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta. И потом говорит, you gotta know yourself. Ты должен знать себя. Put all these hoes below yourself. Опусти всех этих сучек под низ себя. Ты должен себя проявить. Just do this shit for no one else. Делай это дерьмо и не зависи ни от кого, не делай, не старайся для кого-то. Типа, делай это для себя. Это он пацанам говорит вообще-то настоятельные советики в плане карьеры и так далее, ребятки. Не надо отвлекаться. Нет, если у вас прекрасная любовь, это прекрасно, ребят, я рад за вас. Но если вы бегаете за какой-то там девочкой, ребят, не тратьте свое время. Либо ищите другую киску. Киску, девочку, девочки. Hello. Либо вы делаете сами себя, вставайте на ноги, ребят, и начинайте грандить уже в конце-то концов. Хватит сопли распускать. Это Кэмерон Холлер? Да, смотрите, это чувак из Ковбойс. Вот, фига, его запустили в клип. Это очень круто. Я тут не знаю. А это Джонни, да, Рэнсом? Ладно, наверное, еще потом покажут. Wish I was still around. Блин, я люблю эту песню. Она прям летняя такая. In my memories. Сейчас будет Лил Скайз залетать, да? Драконы. Я сказал, во-первых, драконы, а во-вторых, я хотел добавить Lil Skies на драконе. Графику какую-то наложили, да? Окей. Okay. Hey, being sober.
Мне нравится вот этот кадр, они тут... Я извиняюсь, что я тру свой нос, у меня аллергия опять на что-то. Спасибо, Жень. А мне нравятся вот эти наряды, ребятки. Они такие прям короли, да? Ну, король Таиланда, ну, посмотрите, у него корона. Два дракона, они типа, да, окей. Okay. Эта девочка похожа на из Мстителей, короче, жена Гаморы, по-моему. Ой, сестра Гаморы, сори. Вау. Кстати, а, еще эта девочка похожа на Герои. Играли вы в Герои? Герои меча и магии. Старая игра, ребятки, кто помнит. Там были лучницы, да, по-моему, такие, со змеями вместо волос. Окей, давайте посмотрим быстренько Lil Skies'а. У него очень клевый точнее, куплет. Long rainy days, hate being sober. Он говорит, что длинные длинные дни с ливнем. Короче, как сказать, дождливые дни. Боже мой, Жень. Hate being sober, ненавижу быть sober. Ну, типа, sober — это когда ты не пьяный, короче, трезвый. Да, sober — это трезвый. Мне так бесит в последнее время у Lil Skies'а одни песни грустные. Все посты в Инстаграме грустные, мне кажется, все очень плохо. С менталкой у Lil Skies'а. Ой, да. Now this girl is all my face, you get no love. Эта девочка теперь вообще около моего лица трется постоянно, но тебе никакой любви. At night we come out to play, you can control us. Ночью мы начинаем играть, ты нас не можешь контролировать, my boy. And my gang about to roll up. И моя команда сейчас заролит нам, и мы покурим. I'm running with my soldiers. Я катаюсь с моими солдатами, типа с моей бандой. My double cup he poured up. И вот double cup, все наливается, наливается. Ну, сиропы. Лин до сих пор наливается. She like when I control her. Ей нравится, когда я ей контролирую. Ну, типа... Эй. Ну или просто словами можно контролировать еще. Я не буду полностью углубляться в текст, у нас такой расслабленный сейчас взглядик. Вот. Эй. Вау, он сказал, типа, девочка, мы больше... Песня называется 17, и он так же, как и London Cube, говорит, девочка, чё ты со мной общаешься так, как будто мы на одной с тобой волне? Типа, нам больше не 17, я вообще-то поднялся, я теперь популярный чувак, камон, следи за собой, бич. Ты застряла на кнопке, которая поделает повторы, понял? А Lil Skies идет дальше. Это круто. И поэтому он улетает от тебя. Очень клевая песня, блин. Недооцененно. Блин, у Lil Skies'а такой магический голос. Я понимаю, конечно, что тут автотюнчик есть, но у него прекрасный голос. My memories. I know you're feeling down, wishing I was still around. Блин, Николас Яндора, мне нравится, как снимает. Он очень молодец, пацан подрос. Я рад за него. No cap, London and Skies should make album together. Да, London и Skies, если они сделают собственный альбом, о май гад. Блин, я очень бы... был рад послушать их совместный альбом. У них очень клевое дуо. Правда, для больших просмотров, без обид, но Лэндону Кьюбу нужно наоборот быть и на фите, а Lil Skies должен представлять всю песню, тогда будет просмотров больше. Так, хорошо, ребят. Во-первых, скажите мне, что вы думаете по поводу 17? Слушали ли вы London Cube Orange? Потому что очень прикольная песня у Лэндону Кьюба. Хороший способ переключиться от рэпа какого-нибудь NLE Shop'а. Кстати, его автобус зарейдили недавно полицейские. Сейчас вообще будет небольшая дискуссия, я не знаю, сколько минут. Кому не интересно, кто пришел за реакцией, можете отключаться. Ребят, во-первых, футболочки. Наконец-то листок. Забирайте 100% хлопок и фильме. Ткань секси. Спасибо вам всем за поддержку. Всегда безумно быстро разбирайте все кусочки, все штучки. Я этому очень благодарен. Это очень круто. Особенно круто, если я вас вижу вживую в моей одежде. Я просто такой, дейм. Я сразу побегаю, говорю, what's up, my boy. Это очень круто. Это реально для меня мотивация делать дальше. Потом, что хочу вам вообще сказать. Во-вторых, это очень круто. Я не знаю, почему я раньше не сказал. Я еду на Янтага. То есть, вот вы сегодня смотрите, завтра я на Янгтаге, будет влог, обладает Рокет. Ждите, ребятки. Кстати, зря, кто не досмотрел этот момент, тот пожалеет. Будет влог с Янгтага, дальше. Я не знаю, что сейчас происходит. Порой мне кажется, что мне нужно больше общаться с вами в принципе. То есть, не только музыка. Мне хочется, чтобы вы узнавали про меня больше, мне хочется, чтобы мы с вами делились. Я до сих пор пытаюсь всем отвечать в инсте, там, на какие-то вопросики отвечать. Но мне вот именно хочется сразу на всех, на всю мою аудиторию распространяться и говорить о каких-то интересных вещах. Если вам интересно что-то, можно что-нибудь замутить, можно что-нибудь придумать и фильмить. Можно больше влогов. Я, правда, 100 раз уже вам про это говорил, что нужно, возможно, больше влогов. Таких прямо чильных, спокойных.
не для всех, именно вот для того, кто хочет со мной познакомиться ближе. You feel me? You know what I'm saying? Yeah. Короче, да. Будем думать, что делать дальше, пока все идет своим чередом, пока все идет хорошо. Я очень рад, я очень благодарен. И я сейчас в хорошем ментальном состоянии, ребят. Надеюсь, и вы тоже. Самое главное, не забывайте расти. Смотрите меня и черпайте мотивацию. Смотрите, как я за год уже успел познакомиться со многими артистами, хотя я раньше вообще об этом не мог мечтать. Work hard, ребят. Короче, work hard. Просто фигачьте. Главное, знаете, что фигачьте. Не смотрите на успех других людей в плане того, что я буду делать то же самое и также раскручусь. Нет, я это понял, что так не работает. Нужно именно идти по своему пути. То, что вам нравится, то вы и делаете. Понимаете, да? Потому что если вы будете делать, смотреть на человека, который вырос, и думать, блин, я смогу так же, ну, навряд ли вы сможете, потому что если вы этим, например, никогда не занимались, понимаете, да? А если вам что-то интересно, то интернет, ребят, это все. То есть сейчас все самые крутые предприниматели говорят, нужно выкладывать как можно больше информации. Потому что тогда взаимоотношения с аудиторией у вас улучшаются. Больше людей могут зайти и увидеть твое видео с одинаковыми интересами. И именно поэтому у нас получается John Heller, motherfucking gang, can you feel me? Yep. Я вам все вроде сказал. Футболочки, go cup this shit, четверг. Принимаю заказы в директе. Все, общаемся. По ссылочке доставляю по всему worldwide. По России бесплатно. Вся подробная информация по поводу остальных стран. Просто пишите мне, договоримся. You hear? Пау, все рэперы попадают в рай. John Heller, gang, gang, gang. Что еще? Young Thug. Все дела, напишите про влоги. Спасибо вам всем. Слушайте грамотную музычку, смотрите меня, я вас люблю. Я немножко думаю, что мы немножко потеряли коннект. Вы до сих пор здесь? О май гад. Все, ладно, ребят, снеки съели. Я рад. Я пошел попью водички. God damn. Слушайте грамотную музычку, смотрите меня, качайте, раскачивайте. Blue suit, crusty through tooth was Oriental. A teal-toned lobster prepared for my arrival. With two steaks, two grapes on paper plates. Caused two blind dates when I showed my